Привет, ребята! Хочу рассказать вам топ-10 продуктов, которые я рекомендую заказать по этому каталогу. Так как хорошо знаю все продукты Oriflame и люблю первым делом, конечно, посмотреть новинки. И вот сейчас расскажу вам топ-10, которые я бы вам порекомендовала заказать, пока они идут с хорошими скидками. Итак, первое, что могу порекомендовать, это вот этот парфюмчик Eclat Femme Weekend. Так как он очень большим спросом пользуется, он не сладкий. Здесь, смотрите, сейчас покажу. Провансальский персик, белая фрезия и мускус. Вообще, мне кажется, что этот парфюм цитрус-цитрус. То есть он такой апельсиново-лимонный, кисленький, с офигенным шлейфом и очень-очень притягивает. Всегда спрашивают, что у вас за парфюм. Всегда оставляет вопросы. И он держится и на шарфиках, и на теле, и на коже. То есть такой универсальный продукт, который все-все девчонки обожают. У меня даже, я рассказывала много раз, девушка одна оставляла пустой флакончик и тыкалась носом, печально говорит, не знаю, где мне заказать этот парфюм. Всегда его теперь повторяет и берет даже без скидки. Если хочется немножко послаже, но не совсем приторный, рекомендую Eclat Amour. Этот парфюм мой любимый. Наверное, один из самых любимых в Oriflame, потому что этот парфюм необыкновенного шлейфа, и он такой универсальный, что на все времена года. Очень красиво раскрывается, и я его всегда называю интеллигентный парфюм. Вот смотрите, он стоит всего-навсего 799 рублей по цене каталога, минус ваша скидка. Вот его код 35649. Белая фиалка, белый ирис и драгоценный кедр. Вы знаете, такое сочетание очень специфическое. Никогда этот парфюм ни на один вообще не похож, потому что у него необыкновенный шлейф и не оставляет он такую приторную сладость. Очень красивый парфюм, всем рекомендую. Poses The Secret идет с 50% скидкой. Об этом парфюме вообще могу говорить бесконечно, потому что это самый любимый продукт мой из Oriflame. Я его люблю даже больше, чем наш топовый парфюм Giordani Gold Essence. Poses The Secret – это вот мой парфюм, который я просто обожаю. Он не похож ни на один и никогда не уступал французским парфюмам. То есть он очень стойкий. Здесь аккорд золотого яблока. Мне напоминает этот парфюм аромат смородины. И никогда он не был удушливым. Этот парфюм, когда заходишь, всегда, вот понимаете, люди поворачивают голову, всегда поворачивают нос, потому что он притягивает просто обворожительно. Сейчас он идет за 1500 по цене каталога, минус наша 20% скидка. Вот считайте сами, сколько он будет стоить. Парфюм очень-очень роскошный. По поводу ухода за кожей лица никогда не заморачиваюсь и беру всегда себе наборами. Один из любимых наборов – это Brilliance, в который входит прежде всего умывалка, сыворотка, дневной крем, ночной крем и глаза. Девчонки, в Oriflame всегда все самое необходимое. И вот если вы просмотрите, например, комплекс, который вы можете подобрать себе в магазинах, один крем, если, допустим, мы берем бюджетную версию косметики, хотя бы тот же Виши, он идет в любом случае с накруткой и дороже. Здесь же вы берете полностью комплекс, 6569 рублей по цене каталога, минус ваша 20% скидка. И вы берете полностью комплекс. Положила специально еще эссенцию, потому что этот продукт рекомендую абсолютно всем. И женщинам постарше, и с молодой кожей, и даже девчонкам, подросткам, у которых идет переходный возраст. Это бесподобная штука, она и лечит, и вытягивает всю грязь, и всегда подпитывает кожу. Здесь содержится растительный пребиотик, который необходим нашей коже. Это как корм нашим клеточкам. Потом всем рекомендую и всем говорю, девчонки, приобретайте с любым абсолютно комплексным уходом. Всегда приобретаю себе набор 50+, так как сейчас уже наступает осень, и за лето кожа высушена, а этот набор очень хорошо питает. Мне он очень нравится, потому что, во-первых, аромат, особенно у сыворотки, точно такой же состав. Еще раз, девчонки, подчеркиваю, что в Oriflame никогда нет ничего лишнего. Если есть комплексный уход, значит, он комплексный уход. В него все входит самое необходимое. Умывалка. Ну, все попадало, как всегда.
умывалка, сыворотка, крем для области вокруг глаз и губ, так как вокруг губ кожа быстро сохнет. Всем рекомендую обязательно заострить на этом креме внимание. Он очень хорошо питает кожу губ. И в особенности вот над верхней губой, чтобы не было мелких морщинок, лучиков. Дневной крем и ночной крем. Всегда его покупаю еще дополнительно с ретинолом, потому что сыворотка с ретинолом очень хорошо активирует работу этого ухода. Ну, естественно, эссенцию. Приходит вот в такой коробке большой, то есть ничего лишнего. И девочкам даже не 50+, а рекомендую 40+. Обязательно на холодный период времени года приобрести себе этот набор. Очень хорошо поддержите свою кожу и посмотрите, какой эффект у вас будет. Очень долго ждала, не было в каталоге, вот этот крем-скульптор для области шеи и декольте. Наконец-то он идет со скидкой, я его возьму, потому что у меня он кончился. Это очень хорошая бомба, потому что кожу шеи всегда все забывают, мажут лицо, а про шею, девчонки, забывать нельзя. Она выдает наш возраст и очень быстро старится, потому что кожа тоненькая. И сейчас было лето, кожа высушенная, загорелая. Приобретите себе этот кремик. У кого есть 50% скидка, можно взять с 50% скидкой, он будет подешевле. Крем бесподобный. Здесь как раз, обратите внимание, и показан в каталоге массажными движениями, как его наносить правильно. То есть про шею мы не забываем. Не мажем только лицо, а мажем и шею тоже. Очень будет здорово. Очень люблю вот эту масочку, всегда ее повторяю, мне она очень нравится, она охлаждает кожу, и с утра, знаете, такой вот фруктовая подпитка, ягодная, пахнет вкусно. Вот скраб как-то мне не зашел, вот липнет он какой-то сладкий такой, ну не знаю, почему-то мне он не айс, а вот масочка очень понравилась. Вот этот копеечный, 199 рублей по цене каталога, и плюс ваша скидка, очень-очень классная маска, всем советую, буду заказывать себе, наверное, штучки 4, потому что дочь у меня использует ее тоже. Из Oriflame, из шампуней, из всех, из кондиционеров, больше всех люблю Botanicals, потому что он чистый-чистый, знаете, вот как для грудничков, как для младенцев. И такой универсальный, что для детской кожи головы тоже подходит. Ни перхоти от него, волосы шелковые. Вот всегда беру себе этот комплект и очень благодарна как раз нашей компании, потому что выпустила такую классную серию. Совершенно чистый, подойдет для любого типа волос и очень хорошо шелковые волосы становятся вот от этого кондиционера. Действительно, в нем что-то, какие-то добавки такие путевые есть. То есть не запарен он сильно силиконами, парабенами. Очень чистенький, нежненький. Всегда себе беру, когда он есть со скидочкой. Для рук тоже всегда себе беру крем антивозрастной Novage. Вот он на какой страничке, сейчас покажу. Так, тут циферки не вижу. Ага, вот страница 165, это практически в конце каталога. Всем рекомендую, особенно у кого сады и огороды. Девчонки, кожу рук восстанавливает классно. Не пожалейте денег и приобретите себе этот крем. Очень хороший и эффективный. То есть вся линейка Novage – это вытяжка из стволовых клеток растений и именно для кожи. Вы понимаете, ученые, светило в институте кожи, в единственном институте кожи, который у нас есть в Oriflame, ни в одной компании нет института кожи, разрабатывали вот именно эту линейку Novage. И всем рекомендую себе приобрести. Раскалитесь, купите себе этот крем для рук. И, конечно, перчатки. Очень нравятся эти перчатки. У меня их уже несколько пар было. Девчонки куда-то мои позабесили. Чем нравятся эти перчатки? У них вот здесь вот на кончиках пальцев вот такие нашивочки, которые помогают ответить на телефон. То есть вы мажете руки кремом, одеваете перчатки, у вас идет маска, но вы можете ответить на звонки или на какие-то смски. То есть вот сенсорное покрытие у телефона и как раз вот эти вот наконечники. Все очень здорово придумано. Молодцы, и дай бог здоровья всем, кто это придумал. Всем рекомендую приобрести себе на зиму, пока он идет со скидками, вот этот крем-бальзам Royal Velvet. Королевский бархат. Во-первых, он бесподобно пахнет. Во-вторых, кожа после этого бальзама зимой просто шелковая. Все морщиночки, все-все-все. Он питает, разглаживает. Настолько великолепный крем.
И мне даже кажется, что он не уступает качеству NovAge. Я его всегда беру в паре вот с этими капсулами. Сейчас он у меня уже кончился. Я его как раз вот вчера только последний флакончик уже все, я его использовала. Очень нравится мне этот бальзам и всегда его себе покупаю. И еще, девчонки, всем хочу сказать, не смотрите на то, что здесь стоит 40+, 30+. Это не важно. Дело в том, что это рекомендации как раз компании. То есть в каких-то продуктах есть чего-то больше, допустим, ингредиентов каких-то больше. Но дело в том, что в компании Oriflame все абсолютно продукты идут вытяжка из растений. То есть ни, вреда никакого не принесет, если вы возьмете какой-то продукт, будет стоять 40+. Я дочери покупаю, например, вот этот крем-бальзам Royal Velvet, ей 30 лет. Она очень его любит, и как раз он ей подошел. То есть надо пробовать, надо что-то подбирать. И сейчас вот как раз он идет со скидкой, тоже редко бывает со скидкой. Всего 599 рублей по цене каталога, минус наши 20%. Всем рекомендую заострить внимание на этом креме. Новинок вышли как раз детские шампуньки и мыло. Очень веселенькие, душистенькие. Я дочери покупала уже. Значит, из серии Love Nature шампуни. Но вот эти вот хочу, конечно, попробовать, потому что вкусные, ягодные, очень интересует, особенно зеленое яблоко. Как это будет пахнуть? Ну, уже вот душистый журнальчик наш, как раз аромат от него идет здоровский. И как раз вот такая цена. Детский шампунь 229 рублей по цене каталога, минус наши 20% скидки. Вот считайте, как он будет стоить. Про детей, конечно, девчонки, не забываем. И на последней страничке идут маски. Как раз маски для волос. Ну, это, знаете, вот побаловать себя любимую. Они как раз вот такие вот дешевенькие. Всего-навсего 59 рублей. И минус ваши 20% скидка. Я обычно этих масок набираю по весне. Потому что волосы уже за зиму тусклые. И вот, чтобы немножко восстановилось и кожа головы, и сами структуры волос, конечно, набираю этих масочек побольше. Вот сейчас как раз стоит значок «надо брать». Заостряю вам внимание на этих масочках.